Ну и к событиям в Минске, ведь сегодня понедельник, а значит, к огромному сожалению, время подвести итоги выходных сейчас о тех самых мирных протестах, которые с каждым разом становятся все более агрессивными. На марш так называемой гордости в это воскресенье вышли школьники, студенты и молодежь. Опять протестующие перекрывали дороги, забрасывали камнями автомобили, бросались на правоохранителей. Свои героизм и отвагу некоторые демонстрировали и перед съемочными группами госсми, которые освещали очередную немирную акцию. Из эпицентра событий материал нашего журналиста. Радикальный настрой и никакого мирного протеста. Воскресное мероприятие оппозиции, похоже, уже окончательно развеяло миф про цветочки и улыбки. Абсолютное большинство тех, кто в строю – молодежь, школьники, студенты. Рядом в колонне – анархисты со своей музыкой. Уже с самого начала стало понятно, маршировать невероятные в первую очередь будут пытаться громко. Да и гордость получается какая-то двоякая. Скажите, пожалуйста, вы вышли за марш гордости сегодня, правильно? Да. И чем вы гордитесь? Я горжусь молодежью. Своей, молодежью нас, золотой. Айтишниками, всех нас стреляют, молодежь, автозаки, они все равно... А скажите, гордитесь ли вы тем, что сегодня белорусы разделены на два лагеря? Нет. Ну, так мирные протестующие с гордостью обступили съемочную группу наших коллег. Коллег с столичного телевидения всячески пытается провоцировать Григория Озаренко и не дают даже ему нормально задавать вопросы. Вот следующие коллеги идут. Вот это вранье, это которое. Почему вранье? Вы против народа. Против какого народа? Против белорусского народа. Где мы против белорусского народа? Вы все фашисты! Сказать? Вы все фашисты! Вы все фашисты! Вот так оскорбляя и громко выражаясь, вместо диалога невероятные с новой силой набросились на коллег. Невзирая на то, что митингующих то и дело призывали разойтись и не нарушать закон, самые агрессивные, невероятные, лишь еще большей силой распаляли толпу. Ну и когда милиция дала ясно понять, что настолько нагло плевать на закон не позволят, тут же, как по команде, взвыла женская сирена. А затем за дело взялись и молодчики с бутылками. У некоторых в руках мы заметили и палки. Силовики попытались оттеснить толпу. Толпа агрессивно очень на них отреагировала. Полетели бутылки, подчеркиваю, бутылки. Был прямой контакт. Некоторые сознательные граждане все-таки поняли, никаким мирным протестом это и не пахнет. Зачем вы идете тут? Зачем вы на силовиков? Зачем идете? Куда мы идем? Зачем вы здесь? Уходим. Понимаете, что это незаконно? Уходим. Незаконно. Уходим. Правда, убеждения дошли не до всех, и протестующие попытались заблокировать проспект Победителей. Вот, смотрите внимательно, летят клумбы цветочные. Всячески пытаются спровоцировать силовиков на силовой контакт. Рецепт простой. Сами первые в бой, и ответ не заставить себя долго ждать. Поняв, что с силовиками тягаться сложно, толпа вновь всю свою агрессию направила на журналистов. Сначала на съемочную группу ОНТ. А затем и с новой силой взялись за нашу. Продажные! Под ним выходите! Продажные! А ОПТ, это еще одна помойка! Марки продажная, сука! Еще одна мусорная помойка, вонючая! Еще одни проститутки! Убирайте свои раши! Пошли вон отсюда! ОПТ, помойка! Помойка! Проститутки! 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 А
Пошли вон! Пошли вон! Пошли вон! Женщина милая, зачем вы замахиваетесь на нас? Снимай. Зачем вы намахиваетесь на нас? Вы Россия, идите отсюда, вон! Не это БТ, это мусорка, лживая БТ, лживая мусорка. Фу, позор. Агрессию это они агрессию проявляют, ты понял? Мы мирно вышли. Мы мирно вышли, мы стоим на траве. Марш гордости. Чем вы гордитесь? Гордимся нашими героями белорусами, которые борются с режимом. Опа. Не надо. А вот это уже прямое нападение. Не трогайте его, не трогайте. Ну вот так вот, друзья мои, вот он мирный протест. Ходите, А вы знаете все про того человека? Про всех? Вы все знаете, вы всех здесь знаете. Вы знаете, что здесь уголовщиков дофига? Вы всех знаете? Вы за всех можете ответить. Так ответьте. Вам никто, вам сейчас кто-то запрещает выходить? Вы запрещаете. Задержанные нарушители, попытки перекрыть движение транспорта, испорченный выходной день для жителей центра белорусской столицы. Александр Хоровец и Анзор Тужаев, агентство теленовостей.